По факту ДТП на трассе в Актюбинской области, в котором погиб 12-летний ребенок, возбудили уголовное дело. Причины произошедшего сейчас расследует полиция. Напомню, трагедия произошла накануне на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук. Автомобиль, в котором юные спортсмены ехали на соревнования по волейболу, перевернулся. Всего в машине было 11 человек, двое взрослых и 9 детей, пятеро из которых пока остаются в реанимации. Их состояние медики оценивают как стабильно тяжелое. Почему дети ехали не в автобусе и почему не было организовано их сопровождение, выясняла Наталья Салькова. Авария произошла накануне на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук. 9 школьников вместе с тренером и заместителем директора спортивной школы ехали в областной центр на соревнования по волейболу. На трассе автомобиль перевернулся. Один ребенок скончался на месте, 8 детей доставили в областную детскую больницу. Пятеро из них находятся в реанимации. С разными травмами. Черепно-мозговая травма, субдуральная гематома, перелом костей верхнего, нижней конечности, тупые травмы живота. Всю ночь бригады работали, 3-4 бригады работали. На сегодняшний день состояние детей оценивается как тяжелое, стабильное. Трое школьников получают лечение в хирургическом отделении. Состояние детей врачи оценивают как средней степени тяжести. Сегодня больницу, в которой находятся юные спортсмены, посетил аким Актюбинской области. Ералы Тукжанов встретился с родителями и заверил их в том, что детям оказывают всю необходимую помощь. Со стороны акимата будет все поддержки, никаких дефицитов лекарствами не будет, а также при необходимости пригласить врачей, докторов, медицинских работников с других регионов. На сегодняшний день наши врачи полностью справляются. В тяжелом состоянии находится и тренер, который сопровождал детей на соревнования. У 21-летнего парня многочисленные травмы. Он в коме, подключен к аппарату ИВЛ. Находившийся за рулем автомобиля Toyota Истима, замдиректора спортшколы, в госпитализации не нуждается. В областном управлении физкультуры и спорта сегодня прокомментировали, почему дети ехали не в автобусе и почему не было организовано их сопровождение. С объяснительной директора школы Шубаркудука. Не было разрешения, то есть со школы, к нему не поступало этого письма, то есть о том, что дети могут быть освобождены от учебы, соответственно, он не сделал приказ о командировании. А раз он не сделал приказ о командировании, то есть дети не должны были выезжать на соревнования. Но так как приказа не было, то есть, соответственно, и в уполномоченные органы никакого письма не было о сопровождении. Все обстоятельства аварии сейчас выясняют полицейские. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наталья Салькова, Айбек Даутов, Актобе, Хабар 24.